Товарищ проводник, товарищ проводник, пассажир из третьего купе, в тамбуре он, я вышел, а он лежит, в крови. Бегите в девятый вагон, позовите начальника поезда. Погодите, как ваша фамилия? Товарищ, извините, вы ведь из транспортной милиции? Сообщил пассажир Поляков, из Гурьева он, третий купе, 12-е место. А потерпевший? Тоже из третьего. А соседи по купе что? Спят. Первая остановка у вас в Рязани, значит, никто из поезда не выходил? В том-то и дело, дополнительный. Стояли на перегонах. В тамбуре дверь справа, походу, открыта, а на полу разлито вино. Какая у вас схема поезда? С первого по восьмой плацкартные, а дальше идут купейные. А ресторан? Между восьмым и девятым. Первые восемь отпадают. Через запертый вагон ресторан не пройти. Пусть проводники проверят по билетам. Может, кого-то из пассажиров не дочитают. Да, закройте дверь вагона на ключ. На ключ закройте. Почему света нет? Дайте фонарь. Да что ты с аккумуляторами? А в какое время пропал свет? Как только проехали, рыбный сразу. Он там. Thank you.
людей будить? Да, обязательно. Пропустите. Вы в шестой, а женщина в пятой, на нижней. Ну, имейте в виду, это выходит за все рамки. Ну, извините, пожалуйста. Вещи забрать? Пока не следует. Не беспокойтесь, за вещами мы проследим. Ну, а постель? Там послана чистая. Прошу вас. Женщина, пожалуйста, Абдулаева, проводите гражданку. Пойдемте со мной. Вагон номер 11? 11. Отправьте. Москву, срочная! Света, давно у тебя нет? Давно. Разбудила бы электрика или меня? Я его вызывала. Занят. И дверь у тебя с правой стороны по ходу поезда открыта. Как это открыто? Открыто тебе говорят, открыто! Да я сама запер... Ты вот что. Ну, все. Устрой этого куда-нибудь. В поезде Москва-Душанбе дополнительный. Тамбуре вагона 11 обнаружен труп неизвестного. Обеспечьте оперативную группу прибытия поезда Рязань. Тамбурная дверь правой стороны хода поезда открыта. Свет в вагоне отсутствует. Примите меры розыска. Старший оперуполномоченный Денисов. Вино? В поезде не торгуют. С собой принесли. Ресторан ночью работал? Не положено. А там кто знает? Постели засланы заранее? Да. У нас такой порядок. Вам тоже застелили? Да, спасибо. Убийство? Эх, скорее бы октябрь, а то все едут, поездов не хватает. Как вы меня узнали? На перроне еще. Капитан Кравцов вас провожал. Командировка? Отпуск. Не повезло. Начальником отдела внутренних дел Москвы, Юго-Восточный. Начальнику отдела внутренних дел станции Рязань. По розыску преступника, совершившего убийство в поезде Москва-Душанбе дополнительный. Введите в состав оперативной группы, находящегося в командировке Рязани, оперуполномоченного УВД города Душанбе Курбанова. А по какому делу Курбанов в Рязани? По мошенничеству. Предлагают автомашины УАЗ. Берут крупные суммы и выдают фиктивные распоряжения на отгрузку. Скоро Рязань. Поторопись. Пройдите в купе. Здравия желаю, товарищ подполковник. Ну как, все успешно? Относительно. Следователь Михайлова. Курбанов. Мамедова, из-за которого я приезжал в Рязань, не оказалась на месте. Покупателя, что ли? Обманутого покупателя. Товарищ подполковник, дополнительный прибывает. Пошли. Ну что, вам тоже придется ехать? Сейчас станет все ясно. Знакомьтесь, майор Денисов, Московская транспортная милиция, капитан Курбанов, Душанбе, уголовный розыск, горуправление. Thank you.
Ранение 3. Смертельное, вероятно, 1. Мог он в таком состоянии выйти в тамбур? Ну, категорически сейчас ничего утверждать нельзя. Следы крови в купе есть, а вот на дорожке в коридоре отсутствуют. Вещи убитого в беспорядке. Поляков укладывался последним. Он ночью вышел в тамбур почему-то, и, как утверждает, там он увидел убитого. Скажите, а личность убитого удалось установить? Вот профсоюзный билет. Галей Николай Алексеевич, 30-го года рождения, получил профсоюзный билет в 55-м году Кировоградской области. Старого образца? Тут оно. В вещах ничего интересного не обнаружено, пожалуй, кроме вот этого блокнота. «Праздная жизнь не может быть чистой». Это Чехов Антон Павлович. Писарев, освобождение себя от труда и так далее. В общем, все в таком духе. Вот. Один адрес. Город Гурьев, поселок Авангард, Плавич. Товарищи, пора отправлять. Время. А сейчас время. Заканчиваем. Вы отрабатываете версию «Преступник в поезде». Кроме того, за вами свидетели, дополнительные осмотры в порядке 127 ОПК. Понятно? Вполне. Денисов едет старшим. Отпуск, естественно, отодвигается. Мы берем на себя станции, перегоны, поезда, населенные пункты. Преступник мог выскочить где угодно. Вот блокнот, профсоюзный билет потерпевшего. Это я вам оставляю за фотографию, мы ее себе пересняли. И перчатки. Их я вам дарю. В пути мы обеспечим вам необходимую информацию. Если понадобится, успеем перехватить поезд. Брянцев? Я, товарищ подполковник. Передай Денисову. Есть. Товарищ подполковник, если что будет по моим мошенникам, передайте в горуправление, пусть пересудят догонку в поезд. Хорошо? Обязательно. Наручники. Расписка. Угу. Ваши вещи. Спасибо, отдай ему. Да, и эту. Эту, давай. Павел Михайлович. Да. Он спецкабору писал. Да, списал, отдай. Будь здоров. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания. Удачи. Вы знали убитого? Нет, случайно познакомились. Он говорил, куда едет? Николай Алексеевич? Да. До Гурьева. Я не представился. Вахидов Рустам, отчества нет. Душанбе, улица Нигмата Карабаева, дом 36, квартира 15. Возвращаясь из Риги с симпозиума по вопросам гетерогенного катализа в области жидкофазных процессов. Химик. Заведую лабораторией. Что еще? Женат, детей нет. Кандидат, готовлю докторскую. Приводов не имею. Под административным надзором не состою. Денисов, старший оперуполномоченный. Капитан Курбанов. Очень приятно. Что вы можете сказать о поведении погибшего? Ничего вам не показалось странным?
Нет. Мы устроились, перекусили. У него была бутылка вина, он выпил грамм 50. Потом легли спать. Ну, за ужином был какой-то разговор. Ну, какой разговор, так? Что говорил Галей? Да ничего, или почти ничего. И все же. По вкусу похоже на мадеру, но более сладкое. Это о вине. Смолистый привкус. Потом я вышел. Когда погас свет, вы где находились? Против двери. Дальше. Утром нас разбудили, вы. Когда вы прилетели в Москву? Позавчера. Поселились в гостинице? Собственно, та, в Южной. Якубова знаете? Декана химфака университета. Нет, я в Москве учился. Я прошу вас пройти вместе с нами в соседнее купе. Чай будет? Нет. Прошу, включайся. Проверьте, на стол не надо. Кто ночью закрыл купе? Не я. Возможно, дверь даже оставалась незапертой. Вот боковая защелка хлопнула, это я слышал. А Галей в это время уже лежал. Да, женщина тоже была в купе. Она спала, не обратили внимания? Да, собственно... А Поляков он тоже выпивал? Нет. Ну, тот, с верхней полки? Нет, нет. А женщина? Нет. Все на месте. Скажите, вот когда вы укладывались спать, стремянка стояла? Не знаю. Я укладывался в темноте. А штору кто закрыл? Это я хорошо помню. Штору опустил... Поляков? Поляков. Его беспокоило, чтобы в купе было абсолютно темно. Николай Алексеевич сказал, что будет жарко, но не смог его переубедить. И у них даже произошла на этой почве небольшая размолвка. Хотя, как выяснилось, они земляки, жили до войны где-то в одних и тех же местах на Украине. Забыл название области. Какие деньги были у убитого Галея? Вы случайно не видели? Нет? Случайно видел. За постель он платил из маленького квадратного кошелька, в котором лежали 10-рублевки. Много купюр? Не знаю, не считал. Страшно представить. На месте Галея мог оказаться каждый из нас. Выходить? Я могу взять туалетные принадлежности? Можете. Все ваши вещи можете взять. Билет Галея. Т-124, 324, до Гурьева, куплен на Казанском вокзале. А вот Вахидов. Т-124, 325, Казанский вокзал. Вместе покупали. Стояли в одной очереди. Впереди Галей, за ним Вахидов. И еще. Позади женщина. С 12-го места. Проверим кассы в других вагонах. Могут найтись еще пассажиры из той же очереди. Я тоже могу взять вещи. Да, проверьте. Посмотреть, все ли на месте. Да тут ничего особенного. Рубашки, майки.
Скажите, фамилия Галлей вам не знакома? Это фамилия погибшего. Никогда не слыхал. Он говорил, что бывал в Каменец-Подольске. Ну когда, что? Сам-то я Нововилинский. Не слыхали? Скажите, у вас произошла размолвка в купе? Ну, может, Галей был против шторы? А, это... Да, он был против. Почему? Не знаю. Когда в комнате светло, или за окном собаки лают, мне не уснуть. Я и дома всегда шториваю. И дверь в купе вы закрыли? Дверь я. Скажите, а вот когда вы проснулись, в купе было темно? Когда шторы опущены, всегда темно. Вообще-то да. Вы не знали, что четвертого пассажира нет в купе? Откуда? Вышел в тамбур, он лежит. А зачем мы пошли в тамбур? Покурить? Боже упаси. Просто вышел. Он лежит. Я его сразу узнал. А может быть, его кто-то позвал? Я не знаю. Вы едете домой? Да, в Гурьев. Был в пансионате. 30 лет в системе потребка операции. Бухгалтер. Вот, денечки стоят отличные. Про наш Нововилинский колхоз много писали. Нововилинский колхоз. Рядом Новоподольский. Значит, по Гурьеву вы Галлея не знаете. Нет. Нет. А деньги у него вы какие-нибудь видели? Если вы имеете в виду 100-рублевые купюры, да, он перекладывал их из баула в пиджак. Много? 5000. Половина банковской упаковки. Так, и соседи ваши по купе тоже видели? Нет, я не знаю. Женщина в дверях стояла. А кошелек маленький не видели у него в руках? Нет, 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 кошелька не было. Ну, когда за постель, за чай платили? Нет, не было. По-моему. Станция. Подъезжаем.
Тихо. Ориентировка. Прокуратурой города Москвы расследуется дело о мошенничестве в крупных размерах под видом продажи автомашин марки УАЗ. Это по моему делу. Проходи. Распределительный щит смотреть будете? Это электрик. Доброе утро. Встретимся в ресторане. Разрешите? Пожалуйста. Ну только быстро, там же тоже в пятый пассажир. Ничего, подождут. Что, и там света нет? Генератор не возбуждается. Причины известны? Может, предохранители полетели, может, привод, может, еще что. Все цело. Монтажные провода придется проверить. С обратной стороны щита. Туалет свободен? И часто у вас так со светом? Да, с этой самой секцией вечно беда. Короткое замыкание. Устроили. Придется теперь провозиться полдня. А то и больше. Пусть проводники внимательно проверят. Может быть, из какого-то купе пропал пассажир. Уже говорил. Но пассажиры еще многие спят. У нас какой поезд? Легли очень поздно. Теперь долго отсыпаться. И кассу проверяйте, билеты. 5 часов уже прошло. Я дал уже указания. Люба! Да убери ты бутылку. Мое семейство. Угу. Ой, я ведь с вашей женой в одном классе училась. Правда? Интересно. Надо же. 3 детей, молодец. И совсем не изменилась. Дети у вас очень симпатичные. Мальчик на вас похож. У меня тоже сын, только постарше. Добрый день. Редко принимаем у себя столичную милицию. Есть котлеты? Мясо? Давайте мясо, давайте котлеты. Творог есть? Есть сметана, очень свежая. Мне обо всем известно. Дикий случай. Просто нет слов. Сметана 200, хлеба 3. Хорошо. Наташа! Удивительная встреча. Можно? Майя с моей супругой в одном классе училась, как выяснилось. Денисов, старший оперуполномоченный уголовного розыска. Как ужасный сон. Честное слово. Кошмар. Что со светом? Посмотри пока. Спасибо. Майя, 26 лет. Образование высшее. Сотрудник Республиканской книжной палаты, замужем, 1 ребенок.
Муж кандидат наук. Похоже, что взаимоотношения в семье сложные. В Москве проездом 2 суток. Возвращается из Трусковца. Останавливался в Москве у знакомых, ужинал в ресторане на вокзале. Людей в очереди на вокзале не помнит. В купе вошла второй. После Полякова. Попутчиков не знает, пересказать содержание разговора в купе затрудняется. Денег потерпевшего не видела. Спала, когда погас свет. Кто закрывал дверь, не знает. Ваши вещи все на месте? Да, конечно. Спасибо. Все цело. Ну как, довольны? Нормально. У меня к вам просьба. Да? Возможно, кто-то из пассажиров попросит вас разменять 100-рублевую купюру. Угу. Поставьте нас, пожалуйста, в известность. Да, конечно. Подождите. Вот, кажется, тот пассажир. Который? А вон тот. В сером джемпере. Ага. Спиной к нам сидит. Вот он. Сегодня за завтраком разменял, по-моему, купюру в 50 рублей. Я имею в виду 100-рублевую купюру. Извините, не видел. О, вот хорошо, новость у меня. Заходи. Петых, Галя. У нее в 13-м вагоне пропал пассажир. А почему сразу не сообщили? Я взяла у них билет на посадке. У него место 23-е, 8-е купе. Я всегда на посадке беру. А утром пошла с чаем, а купе закрыто. Ну, я думала, он спит, а его нет. А с соседями его по купе разговаривали? Приметы описать можете? Молодой, в чем был одет? Ну, не молодой. Пожилой. Объявите по радио. Да, бывает, что друзья берут билеты в разные вагоны, а едут в одном. Проверим. Пошли. Я догоню. Товарищи пассажиры, начальник поезда убедительно просит зайти пассажиров, которые вчера после отправления проходили по составу через вагон номер 11. Кто хоть что-нибудь знает про этот случай, большая просьба, товарищи, наш с вами гражданский долг. И еще, передача не окончена. Пассажир, едущий в вагоне 13, место 23, прошу срочно зайти в свое купе. Значит, моя свои вещи видела? Да, все на месте. Сумка итальянская, купальник, кольца, шапочка для купания. Шапочка странно. В Трусковце, по-моему, реки нет. Значит, оставить вагон без света можно было иными способами. Естественно. Ну а если бы был отключен только генератор? Проводница подключила бы аккумуляторные батареи. Понял. Значит, вывод, считая строй, наглухо лишал вагон света и от батареи, и от генератора. Ну а как же? Угу. Что случилось вчера в 13-м у Пятых? Со светом? Да. Элементарно. Предохранитель.
сгорели. А когда вы возвращались обратно, в 11-м свет горел? Не помню. Надо идти, командир. У нас, в конце концов, тут не курсы электриков. С гонорком. Да, будешь с гонорком. 2 года подряд в институт экзамены сдает. Попасть не может. Почему Абдума ничего не предприняла ночью? Когда света не было? Да. У Пятых в 13-м ночи тоже света не было. Она почему-то нашла электрика. Нет, Абдулаева ни при чем. Разберем электрика. Ну почему к Пятых пошел, а к Абдулаевой нет? Зачем в поезде выводят из строя щит электропитания? Элементарно, чтобы света не было. На всех купе и так света не было. Если мы поймем, почему был вырублен щит электропитания, то мы найдем убийцу. А пассажир не появлялся, и постель не смята. Пригласите, пожалуйста, 2 понятых. Нужно осмотреть в купе вещи исчезнувшего. Всем вагоном прошла, и по радио объявили. Пропал. Оперативная группа? Да. В дежурке Москва на проводе. Я сейчас. Угощайтесь. Спасибо. Слушай, по этим мошенникам... Нет, по делу мошенников ничего нового. Угу. Ваши дети. Мои. Берите. О, спасибо. Как у вас в этом году с яблоками? С яблоками? Это вам интересно? Ну, знаете, такое делается. Старики не помнят. Кипят сады. Где? Ага. Майор Денисов, кто у телефона? Здравия желаю. Это Кравцов с Казанского. А, тоже занимаешься убийством? Так точно, занимаюсь. Во время посадки я одного записал на платформе. Он дипломат в окно ставил. Может пригодиться. Москвич? Москвич. Провожал мужчину с собакой. И еще одного утихомирил. Чуть драку не затеял. Вот такие дела. Да, потерпевший Галей иногородний. Прописано по Москве не значится. По Кировограду тоже нет. Как у тебя? У меня пассажир пропал из 13-го вагона. Ух, вот это новость. Телеграфируют данные на этого с дипломатом. Так. И на второго тоже. Ясно. Будет сделано. Сейчас важна каждая мелочь. Понимаешь, мне каждая мелочь сейчас важна. Зайди к экспертам. Прикиньте фотороботы. Как
Здравствуйте, понял. Пассажиры. Через 5 минут от первой платформы отправляется поезд Москва-Шанхай. Скажите, вы этого парня давно знаете? Феликса, что ли? Вообще, он ездил с нами несколько раз. Вы знаете, его зовут Фирус. Пожалуйста, возьмите на дорожку. Времени нет. Телеграфируй по ходу. Понял? Все, все! Спасибо. Ну, знаешь. Рассказывай. Вы милиция? Очень хорошо. Саукова Лидия Михайловна, очень приятно. Готова помочь в расследовании этого трагического случая. 27 августа сего года я стояла в очереди Казанского вокзала, города Москвы. Очередь была довольно длинная. Женщины невзрачные, мужчин с особым приветом не было. Она стояла в ту же кассу. Я уже это сказала. Я считаю, что помочь расследованию — это долг каждого советского гражданина. Так что можете на меня рассчитывать. Вы нам понадобитесь. Я очень рада. В любую минуту я к вашим услугам. Непременно обратитесь. До свидания. Вагон-ресторан через один вагон вперед. Ты о чем разговаривал так увлеченно с парнем? Это на платформе, что ли? Да ерунда. Так просто. О спорте, о погоде, как обычно. Ночью, помнится, ты в другой куртке был. Нет, я в этой был. Я постирал ее, извозил вовсю, когда в Москве продукты грузили. Идти я могу? Ты ночью по составу проходил? Было. Было. Мы по радио объявляем, очевидцев разыскиваем. Ты когда проходил, свет горел? Вначале горел. Но я в темноте тоже проходил. Куда? Себе, по-моему. Пострадавшего видел? Убитого? Но я видел его, когда еще свет горел. Он разговаривал с пассажиром. Ну-ка, зайди. С кем, помнишь? Mm-mm. Ты его соседей по купе знаешь? Ну, знаю одного. Лысоватый такой старик. Значит, второй, высокий, молодой он, в сером свитере таком. А вот с кем говорил убитый? Нет, я вообще-то в 11-м вагоне, того не видел. Какой он из себя? Не молодой. Ладно, иди, а то у тебя молоко прокиснет. Хорошо. Уничтожение дармоедов и возвеличивание труда – вот постоянная тенденция истории. Добролюбов. От праздности происходит умственная и физическая леность писарев. Записи единой тематической направленности. Подборка могла бы сделать честь образцовому следственному изолятору. А вот карандашом. Гурьев, авангард. Плавич.
А знаешь, куда у меня было выписано отпускное? В Рязань. Под Рязанью есть село Криуши. Читал Есенина Анна Снегина. Село, значит, наше Радово, дворов почитает 200. Вот, а рядом там село Криуши, вот я оттуда. Старики у тебя там? Мать. Не болеет? Угу. А семья в Москве? Детей много? А у тебя? О. А это кто такой? Это фоторобот твоего мошенника? Он что, один работает? Двое, по-видимому. Предлагают УАЗы, знаешь что, гражданам, частным лицам УАЗы не реализуются. Так на это же весь расчет, раз нельзя, так каждому снится машина высокой проходимости. А мошенники, можно, говорят. Только давайте запасайтесь характеристиками, ходатайствами. Полгода маринуют, покупателя требуют то одну бумагу, то другую, но чтоб без липы. Это, естественно, успокаивает покупателя. Само собой. А потом вдруг телеграмма срочно в Москву с деньгами. В полдня собирают со всех и скрываются. Странная вещь. Странная вещь психология свидетельских показаний. При всех Галей расплачивается за постель, а кошелек в памяти зафиксировал только Вахидов. 100-рублевки видит только Поляков. Если бы сговорили, все показывали бы одинаково. Допустим. Зачем Поляков выходил в тамбур? Он ведь не курит. Свежим воздухом подышать. А может, он вышел с кем-то, кто курит? В территориальной милиции иначе. Там известно, от кого и что можно ожидать. Кто работает, кто взялся за старое. В поезде, ну, никого не знаешь, на любого можно подумать. Не подходит. Как раз другой принцип, предположение непричастности. За Галеем охотились. Кто-то вывел из строя систему электроснабжения. И потом 5000 все-таки видел Поляков. Слушай, а вдруг преступление уже раскрыто, и нам сейчас милиция об этом скажет? Поехали тогда в Душанбе. Знаешь, какие у нас там дыни. Рыбу с тобой в горных реках ловить будем. Увидишь Варзоб, уезжать не захочешь. А жена Кать, а сын Никанор. И потом все равно одного оставят. Супергруппой. Подъезжаем. Да. Когда-нибудь себе так шею сломаешь. Плавич Евгения. Гурьев, поселок Авангард. Телефонистка, одинокая, характеризуется замкнутой. Ньюфаундленд, Бланка Фей, 2 года. Плавич на допросе показала, что никогда не знала человека по фамилии Галей. Смерть наступила в результате повреждения области сердца острым предметом односторонней заточки клинка. Предположительно, ножом. Примите меры розыска орудия преступления поезде.
товарищ Денисов. Срочно зайдите в 9-й вагон. Повторяю, товарищ Денисов, срочно зайдите в 9-й вагон. Я почему вас вызвала? Вот у них... Вот. Угу. Так. Проездной билет до Бухары один. А что, остальные в Мекку едут? Что за шутки? Майор Денисов, уголовный розыск, Московской транспортной милиции. Очень приятно. Фазилов, еду в этом поезде. Чем могу быть полезен? Вы из Бухары? Да, живу там, в Кагане, под Бухарой. Бывали у нас, но прекрасные места. Раньше охота была, фазаны. В Москву ездили? Да, возвращаюсь с лечения. Ваша профессия? Основная экономист, а так зав производства. Скажите, когда вы брали билет на Казанском вокзале, большая была очередь? Ну, по московским меркам это не очередь. Кто стоял впереди, мужчина, женщина? Не помню. А что, это имеет отношение к преступлению? Вы уже знаете? Ну, как же. Весь поезд уже в курсе. Вы стояли впереди убитого. Да. По-моему, он с кем-то разговаривал. С кем? Не помню. Кто-то жаловался, что не может устроиться в гостиницу, а погибший обещал ему помочь. Об этом они говорили. Пейте чай. Тебе электрик спрашивал. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Мужья наши, друзья по химфаку. В Москве все учились. Жены потом перезнакомились. У вас большой ребенок? Да. Ему 36 лет. Это вы о муже? Увлекается магнитофонами. Больше, по-моему, ничего не интересует. Сколько их перебывало? То что-то не отрегулировано, не доведено. То меньше, чем положено ватт на выходе. Разъем двухштамповый вместо одноштампового. Как по-вашему, меня еще будут тревожить? Придется приезжать, давать показания? По существу я ведь ничего не знаю. Это как решит майор. Хозяин дела не я, хозяин следователь. Я хочу быть объективной. В купе не было ничего, кроме той стычки Галея с Поляковым. Галей что-то сказал, Поляков побледнел. Может, у них старые счеты? Вот слово «война» я определенно слышала. Но вначале все было мирно. Вполне. Так. Вам показалось, что они были знакомы раньше. Может быть. Вы спрашивали о 100-рублевых купюрах, я не видела их. Он ведь не расплачивался в моем присутствии. Задержали еще убийцу? Пока нет. А вот вы говорили, что быстро найдут. Скажите,
А из-за чего у вас произошла ссора? Он хотел отметить отъезд. Я отказался. Деньги нашлись? Нет. Дело в том, что кроме вас их никто не видел. 5000. А вы не ошиблись? Упаси бог, я бухгалтер. Скажите, а из ваших попутчиков никто раньше не знал друг друга? Галей Вахидов? Мне неизвестно. При вас на Казанском кто-нибудь расплачивался 100-рублевой купюрой? Нет. Постарайтесь вспомнить. Нет. Нет. Ну, а потом легли спать. Так. Ну, обычно у меня бессонница. А тут как провалился. Угу. Вот. И пробуждение. Вот вы видели, как сыпятся ящики? Или картонные коробки? Штабеля коробок. Трещина проходит наискосок. Они катятся. Ряд за рядом. Давно это с вами? С войны. Потом поймешь, молись. Глупо махать всем без разбора. Жизнь — это сложная штука. Главное в ней — выбор цели. Вы согласны? Это твоя сверхзадача? Вот именно. 70 лет человеческого существования и миллиарды по обе стороны от точек отсчета. Вот есть над чем задуматься. Да. В очереди за билетами шел разговор о гостинице. А какой именно? Гостиница «Южная». По-моему, я уже говорил вам. Вы не ошибаетесь? Нет. Я хорошо помню. Даже пострадавший хвалил ее. У вас не найдется какого-нибудь документа с фотографией? Паспорт? Дайте его ненадолго. Ну, конечно. Вы не могли бы мне дать документ с фотографией? Ненадолго. Если, конечно, не возражаете. Пожалуйста. Это можно. Угу. Сейчас мы предъявим несколько фотографий. Может быть, проводница опознает пассажира, исчезнувшего из этого купе. Прошу. Пожалуйста, повнимательнее. Угу. Это не он. Не торопитесь. А что смотреть, если не похож? Вот этот похож, но не он. Это не он. Вот, это он. А как вы узнали? Брови. А что брови? Домиком. Вы уверены, что он? Да. Точно он. Галей испробовал все, чтобы скрыться от преследователей. Покупает билеты в разные вагоны, садится в 13-й, потом незаметно перебирается в 11-й. Говори. Давай прокрутим все варианты, потом отберем. Галей перебирается в 11-й, значит, заранее уверен в попутчиках. Но убит он был именно там. В 11-м. Но мне вообще-то симпатичнее другой вариант. Галей везет большие деньги. Всех боится, прячется по углам. А линии Галей и преступника в поезде пересеклись. Умысел на убийство, по-моему, связан для обоих с каким-то чрезвычайным обстоятельством. Потому что для предумышленного убийства нашлось бы более подходящее место. А переход его из одного вагона в другой? Не связан с убийцей. И тогда убийство Галей заранее не планировалось. Да. Это важно.
Галей Николай Алексеевич, иногородний, прописанным по Москве не значится. Человек, поставивший дипломат в 9-й вагон, Корунос Петр Яковлевич. Пассажир, затеявший скандал на посадке, Окунев Виктор Сергеевич. Личность пассажира с собакой, следующего в поезде Москва-Душанбе дополнительным, не установлена. Оперуполномоченный Кравцов. Капитан милиции Курбанов, майор Денисов, транспортная милиция. Ньюфаундленд? Красавец. Красивый без тщеславия, храбрый без жестокости, отважный без злобы.
обладает всеми достоинствами человека без недостатков. Это из классики? Байрон. И как же вы с таким справляетесь? Справляюсь. Ваша фамилия откуда вы? Белов Иван Васильевич. Живу в Ступино. Далеко едете? В Гурьев. У нас там дела. У Дарби сейчас второй завтрак. Мы свободны? Всегда рады. Заходите. Ну, допустим, это тот человек, о котором сообщил Кравцов. Что из этого? Пока не знаю. Опять непорядок? Обрыв 14. И здесь не побриться. Напряжения не хватает. Проверяемый Поляков. Состоит в учете в результате перенесенного реактивного состояния. Характерные резкие изменения настроения. Ранее отмечались галлюцинации. Проверкой гостиницы «Южный» Галей Николай Алексеевич не значится. Вахидов Рустам проживал в двухместном номере «Южный». Кефир, печенье. Кухня теперь откроется только перед Арчедой. Перерыв на обед, что ли? Ну, вроде. Кефир съедобный? Свежайший. Одну бутылку. Пейте на здоровье. Отдыхали? Что, простите? Как отдохнули? Благодарю вас, хорошо. В Душанбе июль, август самые жаркие месяцы. Не помешаю? Нет. Так. Прочитайте, пожалуйста. И вот здесь внизу на каждой странице распишитесь. А семья ваша во время войны где была? Семья? До войны жили на Украине. 5 колхозов тогда было. Нововилинский, рядом Новоподольский. Ну и мужики все крепкие. Дед мой 93 года прожил, а дед по матери 97 лет. Фамилию Поляковых по круге знали. Вы спрашивали, какое впечатление произвел Галей? Трудный вопрос. Ну, вроде того, имеет ли электрон собственную массу или масса его поля есть собственная? Но когда война началась, фашисты подходили. Отец где-то раздобыл лошадей, бричку. Лошади, правда, молодые, двухлетки необъезженные. Ну, ложили, что можно было. Отец говорит, давай, гони по жневью, чтобы лошади притомились. Ну, а сами с матерью и маленькой сестренкой мы бегом к мосту. Вот и получается, что мы в большей степени это то, что нас окружает. Друзья, близкие, наше прошлое, масса нашего поля. Она и есть наша собственная масса. В последнее время это меня все больше и больше интересует. Теория поля? Психология состояния личности. Смотря что в данном случае считать массой. Реальность поведения. Вот Галей в данном случае показался мне личностью. Солдаты торопят, давай быстрее, быстрее, войска должны подойти. Тут лошади испугались и понесли. Я ну не удержу. Что мне тогда было? 11 лет. И к мосту рванули. Переезжаю. Тут как шарахнет. Обернулся. В глазах темно. Земля стеной оседает. Мозг горит, крики. Где что не разберешь.
Ну, лошади, конечно, совсем очумели. Бричку я потом бросил. Сбрую обменял. Хорошая сбруя была. Своих так больше и не встретили. Дед. Да, у вас вот здесь ошибочка. Каменец Подольский, а надо Новый Вилинский. А он не говорил, где был во время войны, Галей? Я счел неудобным справляться. Вообще-то он из тех же мест, что и другой пассажир. Поляков? Да. Между прочим, может вас заинтересовать. Сквозь сон я слышал, как он разговаривал. В купе? Да, причем довольно долго. А о чем не помните? Простите. А вы, я вот насчет того пассажира, необходимости не отпала? Насчет пассажира? Ну, который разговаривал с убитым. Где вы его видели? То он едет в 13-м вагоне. Сейчас печенье у меня брал. Красивая женщина. Здесь. Да-да. Маргамат. Прошу, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ассалам алейкум. Ва алейкум салам. Фамилия их Искандаровы. Да-да. Вот внук их. В клинике в Москве лежал, всей семьей за ним ездили. Хайриятки сега салом, отшут бачим. Она права. Думали, да. Не поднимется, поверьте. Они брали билет вместе с Галеем. На вокзале? В агентстве. А, в агентстве? В какой вагон? Не, и наш Роман Амедоним. Это мы не знаем. Не. А сколько он брал билетов, вы не помните? И какими деньгами расплачивался? Спасибо. Взял он 4 билета. Бабош. Целиком купе. Чем? Подал 100-рублевку и до какой-то станции недалеко от Москвы. А потом? Она мне запрещает курить. Я мучаюсь. А ведь мудро сказано. Чилим гуфтоки мандуди хазонам, чилим кашоба дюзах мирасонам. Калам гуфтоки маншови джаунам, калам кашоба махсад мирасонам. А по-русски будет так. Кальян зёк. Кто дым вдихат мой неперестанно жаждет, того я поскорей в ад сведу. Перо сказала, я другом стану тому, кто хочет в жизни многого достичь. Все равно курим. Привычка. Так вот, я пошел искать сигареты. Навстречу шел человек, с которым мы вместе брали билеты. Ну, о котором вы спрашиваете. Он сказал, что ресторан закрыт, но официант ходит по вагонам, кое-что продает. И можно найти желаемое у него. Пожалуйста. Ешьте. Маргамат. Угощайтесь. Грит. Прошу. Пожалуйста, здесь не курите. Скажите. Да. Долго будем стоять? Это неизвестно. Я же вам сказала. И ссоры не было. Просто у каждого нашли свои дела. Свои проблемы. Извините. Товарищи, прошу из вагона не выходить. Встречных ждем.
Разрешите? Али, ну, тебе нужно погулять. Ну, гуляй, гуляй, ну. Гуляй, ну, спускайся, спускайся. Спускайся, Дорби. Молодец, молодец, молодец. Гуляй! Гуляй, Дорби! Дорби, Дорби, иди сюда. Дорби, иди, он к нам. Ко мне? Иди, иди, Дорби. Ах, ты хороший тёс. Правда? Бахтиор сагродус, Медорат. Сагва слоги башро дар Москва диде будем. Кай, дар Москва? Дар вокзал. Хангоми ба поисор шуданамон. Хамрохаш як мазди хам буд. Авто ан домаш? Марди джидди. Арос. Дар дасташ диплом. Дипломат дар дасташ. Дадеш истер. Дипломат. Джалон йо мой сафет. Джалон буд. Як он чил сола. Сонитар, хамон ро дидетон. Вай дар Москва мон. Ага, дар Москва. Они подтверждают, что хозяина собаки провожал человек с дипломатом. Выходит, делали посадку в вагон через нерабочий тамбур, да? Выходит-то. Потому что есть проводники такие, бюрократы, которые не читают и не знают тарифное руководство. А я знаю, потому что мне часто приходится ездить с Дарби. И я имею право ехать с собакой, если у меня купе. А мне препятствия чинят. Выходит, у вас свой ключ. Выходит. Так вот. Гражданин, потом зайдете ко мне в 9-й вагон и ключ прихватите. Безобразие. А нарушать тарифное руководство, это как? Что за человек был с вами? Где? На вокзале. А, там многие подходили, все интересовались, чем кормлю. Они думают, если собака большая, то наварил ей пол ведра супа и... Человек у 9-го вагона. Какой он из себя? А, у 9-го? У 9-го лет 45. Светлые волосы. Слушайте, не трогайте ее, я не советую. Да, ничего. А вещи у него были? Да, дипломат. Ну и тот он в вагон поставил перед тем, как подойти. Перед тем, как вам подойти? Да. В 9-й вагон, в окно. В окно купе? Нет, рядом, с нерабочим тамбуром. Потом увидел, что я смотрю, подошел, стал расспрашивать, каких родителей Дарби, какой породы. Потом вы этого человека в поезде видели? Как в поезде? Он на перроне остался. Еще вот так вот показывал. Я не понял, то ли мне, то ли еще кому. Вега. Первая буква латинского слова Виктория. Победа. Товарищ Денисов, земляк, отдыхать-то надо? Пойдемте, пока ресторан закрыт, поужинаем, а? Вот откроется и поужинаем.
Здравия желаю. Ну что, можно поздравить? Да какие поздравления? Вот это на отправку, пожалуйста. Угу. Для вас почта, может, удачно? Спасибо. Счастливо. Обеспечьте материалы дополнительного опроса, свидетели, вылетаю опергруппы Гурьев, следователь транспортной прокуратуры Михайлова. Соберемся утром в ресторане, чтобы не искать последнюю минуту по всему поезду. Так, начальник поезда Саидов, уроженец Кулябы, в течение ряда лет работал ревизором. В целом характеризуется положительно. Материально обеспечен, имеет собственный дом, член добровольной дружины. Дополнительным осмотром перегона обнаружен кошелек. Внутренняя поверхность свежими пятнами бурого цвета. Кошелек Галея. В кошельке деньги. 4 купюры, 10 рублей. Нож не обнаружен. Выброси, преступник, нож, его тоже нашли. Значит, он остался при нем. Может быть, этот нож особенный какой-нибудь? Боялся, что опознают? Убийство Галлея заранее не планировалось. Он был убит ножом, который оказался под рукой. Это от Кравцова с Казанского. Два фоторобота на Окунева и Коронуса. Это Окунев, который устроил скандал на платформе. Он шатен с овальным лицом. А это Коронус, тот с дипломатом. Приметы блондин, широкий лоб, рост выше среднего, в сером костюме. А по моим мошенникам опять ничего нет. Этого типа Коронуса как будто бы смутило, что Белов заметил, как он поставил дипломат 9-й вагон. Ну, вообще-то сейчас многие к проводникам обращаются отвезти, передать. В данном конкретном случае он к проводникам не обращался. Да. Надо будет показать фоторобот Корону со свидетелем и поискать дипломат в 9-м вагоне. Угу. Вот этот похож. Я дам стер. Анахамин, амрой сой бисак. Да, это стоял с хозяином собаки на платформе. Ост. Дарби. Вот. Это он. Да-да. Разрешите? Конечно. Мы предполагаем завтра утром перед Гурьевым собрать в ресторане человек 10-15. Их ожидает встреча со следователем. Откройте, пожалуйста, пораньше. Ну, конечно. Я думаю, что кто-то захочет и позавтракать тоже. Возможно, захочет. Тогда, я думаю, несколько пакетиков по норме завтрак туриста. Кофе. Воды минеральной. Боржоми ящик. Да. А вам лично? Можно кое-что организовать. Ну, не обещаю, конечно, птичьего молока, но кое-что... Мне лично стакан сметаны. А капитану Курбанову... Бутылку кефира. Да. Будет. До завтра. До завтра. Разрешите? Все на ногах? Теперь вместе ходим, чтоб больше никаких. Извините. Эх, Люба, чайку бы сейчас. На ночь-то. Подумаешь,
Твоего фирменного, а? Постараюсь. Будет вам фирменный чай. О! Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Кажется, моя заварка получает признание, а? Как и вы, у Любы. О, эти криминалисты всегда все замечают. Все. Пожалуйста. Пожалуйста. Понижает давление. А если уже понижено? Ну, одна другая пиалка чая не повредит, тем более на ночь. А вот мне... Пожалуй, спать не придется. По-моему, меня из купе вытурили. Окончательно, а, Люба? А кто виноват? Сами вчера вечером предложили свое место соседям по купе. Сегодня они распорядятся без вас. У меня в купе мать с сыном. Мальчик уже большой. Ютились на одной полке. Пришлось уступить. Так не жалуйтесь теперь. Это вы всю прошлую ночь не спали. Это что, забота о моем здоровье? Или вас интересует, кто... проходил по вагону ночью. Ну что, со стороны ресторана официантка, директор и посудомойка. Свои купе? Да. Официант по составу ходил. Кто, Феликс? Ну, молодой. Он часто проходил по вагону. Подолгу отсутствовал? Ну, минут 15-20, не больше. А что же вы не предложили свое место товарищу? Ну? Я сказала, вы все равно не спите. Вот и подежурьте за меня. И заперлась в своем купе рядом двухместном и отдыхала. Вот положение. К ней в купе войти не могу, нужного ключа у меня нет. А в свое соседи спят. Ночь, будет их неудобно. Ну вы простите, пожалуйста. Хотите? В Бухаре я вас расцелую. Обязательно, я это... И что же было дальше? Ну дальше что? Пробежал в наш вагон человек... Вместо того, чтобы поднять начальника поезда, он поднял официантов, шум, крик. Какой это ужасный случай. Тысячи извинений, это очень необходимо. Я готова дать любые показания, только умоляю вас, не смотрите на меня, я несколько не в форме. Скажите, вы помните разговор о гостинице «Южной», который был в очереди, когда вы стояли в кассу на Казанском? Помню. И помните людей, которые стояли рядом с вами? Я вспомню все, что потребуется, только дайте возможность женщине привести себя в порядок. Да, конечно. Мы зайдем за вами перед Гурьевым. Следователь приедет, надо будет кое-что уточнить. Извините. Хорошо. Это фоторобот Карунаса, который прислал Кравцов. Ну, этого с дипломатом. Угу. А это фоторобот мошенника, продавца УАЗов. По описаниям обманутых покупателей. Похоже. Как ты говоришь, он показывал на перроне этот Карунас? Ну вот, Виктория. Вот так вот, да? А может быть, это 11, номер вагона? Куда перешел Галей? Да. Потом вырубили свет. Что это им дает? Что это им дает? Что это дает? Надо проверить. Давай посмотрим.
Простите. Да? Что случилось? Прошу помочь. У нас с Дарби неприятность из-за ключа. Начальник грозит снять с поезда, нам обязательно надо быть в Гурьеве. А вы надолго? Гурьев. Да нет, на другой день назад. Мы договорились. Нас ждут. Женя Плавич. Милая дама. Плавич? Уж, пожалуйста, помогите нам. Плавич, поселок Авангард. Так? Да. А что, вы ее знаете? Немного. Телефонистка. Да, кажется. Кажется. А, я понял. Я дал ее адрес этому, ну, на перроне. Он подходил, записал адрес. Да, я дал адрес этому погибшему. Так. Ну, он подходил на перроне, он из Гурьева интересовался щенком. Я сказал, что породистая собака под боком, милая дама. Ну, и дал ему адрес Жени Плавич. Понятно. Так поможете? Придумаем. Спасибо. Придумаем, придумаем что-нибудь, придумаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет. Не спится? Да, работа такая. А вообще-то я кондитер. Пройдите со мной. А теперь я здесь, для заработки. Поторопитесь. Брат из Пропустите. Армии возвращается, собирается жениться, вот. Помочь некому. Вот и приходится. Так, понятно. К себе идешь? Да. Скажите, как по-вашему, я вам еще понадоблюсь? Вы свидетель, ехали в одном купе с убитым. Ну какой я свидетель? Спал, я спал, не видел, не слышал. Вы, наверное, с детства мечтали стать следователем. Нет. И потом я оперуполномоченный. Никогда не мог понять разницу. Идите это обратно. Что молва приписывает следователя, нередко выполняет оперативный работник. Вы подозреваете, что кто-то из нас троих, кто ехал в купе с Николаем Алексеевичем, повредил систему электропитания, да? Собственно, я оставил в вашем купе казенное полотенце. Можно забрать? Пожалуйста. Включайте свет. Вы в чем, в вагоне? Да. Вы что думаете, он опять придет? Поляков. Включайте свет. Что это? Успокойтесь. Да что с вами? Что случилось? Что такое? А? Что? Что? Ну. Я вас попрошу, позовите, пожалуйста, из 13-го вагона проводницу Галю Пятых. Галю Пятых. Да. Угу, Галю Пятых. И побыстрее, пожалуйста. Но в коридоре без света все достаточно видно. Убийца не получал никаких преимуществ, вырубив распределительный щит. А в купе Галея было и без того темно. Электропитание вывел из строя не Вахидов и не Поляков. Это сам потерпевший Галей. Эти его записи в блокноте о труде и воспитании Толстой, Писарев, это все он списал в следственном изоляторе со стен. 13 часов назад. Это можно было понимать. Еще. Если мы поймем, почему он вырубил распределительный щит, мы найдем убийцу. Раз Галей не тот человек, за которого он себя выдавал, да, надо еще раз обязательно осмотреть его купе. А
А постельное белье получаете в Душанбе? Какой порядок? Белье мы возим в оба конца. Больше 100 комплектов. На вагон. А 20 комплектов под пломбами? Работы хватает. Где шов? Вот шов. Вот он. Тертый был калач. Прежде чем начать действовать, припрятал документы и деньги. Деньги краденые, конечно. Понятые, пройдите. Праздная жизнь не может быть чистой. Посчитайте, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Пустые бланки с печатями. Правление старательной артели, Хабаровское объединение. Улица Сеченова, 15. Строительное управление, Донец, Кравченко, 21. Это адрес Баку, Севастопольская. Бакинский адрес, Севастопольская, 15, корпус 2, квартира 73, Мамедов, ЮА. Что? Да ведь это же один из моих потерпевших. Ну и по этому делу о мошенничестве. Его-то я и разыскивал в Рязани. Так, 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 так. Мамедов, Мью. А знаешь, что это за бланки? Галей хотел выдать себя за покупателя машин. Ну, Мамедов был как раз одним из них. Очевидно, от него-то Галей узнал про УАЗы. Понял, что это афера. Что кто-то сорвет мощный куш. Стал их выслеживать и таким образом оказался в поезде. А? Четыре тысячи пятьсот. Поляков. На 5 купюр ошибся. Здравия желаю. Здравствуй. Майор Денисов, капитан Курбанов. Тойли. Тойли что? Да Тойли. Нет, Тойли это тот, который в праздник родился, так? Так. Пусть принесет удачу. Спасибо. Проживает в Ступино, Московской области, техник-смотритель ДЭС. Ньюфаулен Дарби, чемпион породы. Согласно утвержденному плану вязок. Так, понятно. Галей Николай Алексеевич, 30-го года рождения, уроженец Кировоградской области, неоднократно судим. Последняя судимость за нанесение опасного для жизни ножевого ранения. Он же Полетика, Федор Яковлевич. Под фамилией Полетика также проживал в гостинице «Южная». Вахидов и Галей проживали в одной гостинице. В той самой, о которой шла речь у кассы. На Казанском. Да, в Южной. И Мамедов, ну этот обманутый покупатель, тоже останавливался в гостинице Южной.
Он был знаком с Галеем, судя по бакинскому адресу, который мы нашли в матрасе Галея. Галей понял, что история с продажей УАЗов – афера. Стал следить за Мамедовым и вышел на Коронаса. У мошенников собралась большая сумма. Обманутых покупателей человек 30. И это только те, которых мы знаем. Мошенникам нужно было исчезнуть из Москвы. Ну, в Аэрофлоте возможен осмотр багажа. Потому деньги везут поездом. Логично? Логично. Раз Коронус остался в Москве, во всяком случае, Белов и Искандарова так утверждают, а дипломат он передал в 9-й вагон, то в поезде должен быть его сообщник. Он и убил Галея каким-то образом, почувствовав, что Галей собирается похитить деньги. Так, так, так. Убийство Галея и твое дело с УАЗами удивительным образом пересеклись. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Галей вывел из строя распределительный щит, чтобы заманить электрика. Или Саидова. Поезд, труп в тамбуре, следователь, о, простите, оперуполномоченный, расследование с правом рыться в настоящем и прошлом. В конце пути сыщик укажет убийцу. Где-то я уже все это видел. Прошу. Спасибо.
Извините, что пришлось потревожить. Где ты ходишь? Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот иду, а товарищ бутылку в коридор выставляет. В 13-м вагоне. Взял бутылку. Потом еще одну. В поезде? В поезде. Официант принес в купе. Товарищ ошибается. Согласно приказу треста вагона-ресторана ФМПС, спиртным не торгуем. О каком вине может быть речь? Портвейн. Армянский. Армянский. В купе убитого была точно такая же бутылка. В тамбуре вино разлито. Ночью официант ходил по вагону, собирал пустую посуду. Феликс, откуда? Так это мои две бутылки. Я себе брал. Вот товарищ попросил, я ему принес. День рождения, говорит. Ну да, день рождения. У жены. Феликс, с этого момента каждая ваша реплика может быть использована против вас. Я сказал правду. Расскажите поподробнее. Ну, бутылку он принес часа за полтора перед резанью. Как раз без света сидели. А когда появился свет в вагоне? Когда рыбные проехали. Я еще удивился. Моя фамилия-то Окунев. Ну, правильно. Я как раз там в это время со щеком возился в 13-м. Официант при мне проходил. А вы видели, когда официант проходил во второй раз? Нет, я книжку читала. Значит, свет уже был. Ну. Так, а электрик? Ну, так ведь он со мной сидел, кушал. Товарищ Окунев, сядьте, пожалуйста. С вами в Гуреве разберемся. Командир, так я не нужен пока. Я пойду тогда схожу в 7-й, в Гуреве тогда подойду. Подождите. Вы все время с этой сумкой? Да, здесь все необходимое. Пожалуйста, поставьте вашу сумку на стол. Зачем? Сюда. На стол. Помочь? Садитесь. Шифр вам известен? Нет.
Ин дипломатро. Модар Москау. Дар... вокзал, дидя будем. Мы этот дипломат видели на перроне в Москве, а человек с дипломатом провожал вот этого товарища с собакой. Рост. Точно. Этот дипломат он и передал в вагон. Только меня никто не провожал, вы уже знаете. Шифр оставим как улику для следствия. Давно этим занимаетесь? Второй раз всего. Первый раз на центральном рынке. Подошел с поезда, подработать хочешь. Прихватишь посылку, пустяки. Я не знал, что я везу. Адрес в Душанбе. Кому передал посылку? Да адреса не было. А как же? Кто подойдет, сказал, тому отдашь. Отдал? Ну, вышли из поезда, подходит. Он, оказывается, в этом же поезде ехал, только отдельно. Это в первый раз. А можно? Сейчас? Как договорились? Как договорились сейчас? Снова на центральном рынке. Подошел, предупредил, откроешь окно рядом с нерабочим тамбуром девятым. Примешь посылку. Кто? Хозяин денег? Не знаю, в поезде не видел. Может, на этот раз другой едет. Этот передал дипломат. Похож? Похож. Вы знали убитого? Я не убивал. Да я в 11 заходить боялся, ну, верите? Я же видел, что он в 11 едет. Кто? Ну, убитый который. Я даже на вызов туда не пошел, когда там свет вырубился. Ну, он же следил за мной, я понял. Галей. Да. Откуда вы знали убитого? Он подходил ко мне на центральном рынке. С этим? Нет, когда этот ушел. О чем он говорил? Вспомните, о чем он говорил. Вспомните. Я не могу вспомнить, как-то намеками. Он вроде знал, что я посылку везу. Убитый.
Да, праздная жизнь может быть чистой. А потом? А потом я их на перроне увидел, обоих. И этого? Да. Когда этот дипломат поставил, я ему дал понять, что за ним следит этот, ну, убитый, который... Галей. Я хотел дипломат назад вернуть, а тут к этому в сером костюме милиционер подошел. Он что-то спрашивал, записывал. Тут поезд тронулся. А в поезде? Не заходил я в 11-й. Я почувствовал, что он за мной следит. Я боялся его. Дипломат боялся выбросить. Он на меня в служебке сидел. Не ходил он в 11-й. Те, кто стоял в очереди за билетами у кассы на Казанском вокзале, вспомните, пожалуйста, как вы стояли. Вы впереди. Да. Здесь стоял Галей. Вас попрошу встать на место убитого Галея. Будьте добры. Это вам. Он вас просит. Позвольте. Простите. Подвиньтесь, пожалуйста. А вы здесь не стояли? Ну, значит, я стоял впереди вас. Вы и здесь не стояли? А вы помните, кто стоял впереди и позади вас? Я не помню, кто стоял, но я помню, кто не стоял. Но вы хотя бы помните, что здесь говорили о гостинице Южной. Гражданин, если говорили о гостинице Южной, то это было без вас. Вас здесь не было. Бред какой-то. Значит, это убитый Галей? Помог вам устроиться в гостиницу Южная. Да. Спасибо, можете садиться. Я тоже? Да. Товарищи, товарищи, и вам спасибо. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, садитесь, садитесь. Пожалуйста. Может быть, этого человека вы помните? Похож. Он стоял позади меня. В очереди стоял Коронос. Хочу все по-честному. 6 бутылок продал, одну разбил. Как это произошло? Я шел к себе в 9-й. Кругом железо. Осколки выбросили? Да. На правую сторону, по ходу. А что наружная дверь? Забыл закрыть. Кто видел вас ночью? В 9-м не спал пассажир. Да, верно. И вот электрик. Ну вот, теперь картина прояснилась. Давай, майор, прокрутим. Давай. Галей взял билеты в тот же поезд, что и Коронос. Потому стоял в очереди в ту же кассу на Казанском. Но Коронос в поезде не поехал. По его билету едет сообщник.
купленный в агентстве билет в 13-й вагон, Галей предъявил Пятых. Оставил часть вещей в купе и перешел в 11-й. Прибегнув к известной уловке, сел в один вагон, а затем перебежал в другой. На посадке Корунос действовал по плану. Поставил дипломат в 9-й вагон, и дипломат с деньгами перешел к электрику. Увидев Галея в поезде в 11-м вагоне, электрик испугался. Он поспешил передать Корунусу, что в 11-м едет человек, который подходил на рынке, который следит. Электрик даже пытался вернуть дипломат Корунусу, но Кравцов невольно помешал. Корунус успел только подать знак сообщнику, который едет в поезде. Напарник Корунуса узнал главное – номер вагона, откуда грозила опасность. А Галею ничего не было известно о напарнике Корунуса, ехавшем в поезде. Его интересовал электрик и его сумка, в которой должен был находиться дипломат с деньгами. Как только представилась возможность, Галей вырубил силовой щит, чтобы заманить электрика. А в это время официант ходил по вагонам, продавая вино, случайно разбил бутылку в темном тамбуре. Она и сыграла для Галея роковую роль. Галей вышел в тамбур и поджидал электрика. А электрик был у Пятых. Официант сказал, что в 9-м вагоне не спал пассажир. Это и был сообщник Корунуса. Он не спал, потому что боялся упустить из вида электрика с дипломатом. Увидев оставленные официантом следы от вина, сообщник Корунуса принял их за следы крови. Решил, что Галей убил электрика и похитил дипломат с деньгами. Он бросился в 11-й, в тамбуре наткнулся на Галея, убил его, кинулся за дипломатом в 3-й купе, потому там следы крови на постели. Теперь все сходится. Может быть, товарищи позавтракают? Время. Ой, ну, конечно. Вы пока сядьте. Сядьте. Встаньте. Встаньте. Сядьте вон туда. Встаньте. Thank you.
Ну что, Петрович, махнем в Душанбе? От Гурьева ж совсем недалеко. Не возвращаться ж тебе обратно. А? А что, время есть. В отпуск-то я еще только собираюсь. Ну что, Гурьев принимает на второй путь. Саб заглабиджу, йоракинах заглабиджу. Мургоби шавам гута занам джуй баджу. Это тарна шаван, себаргахой лабиджу.